Ваша или Граша? На лавочке сидел, то на бабочку глядел. Один ныл, другой кричал, тот вообще права качал. И сказала вдруг девчонка: у меня секрет в кармане. А у вас? А у нас джакузи в ванне. А у вас? А у нас в квартире кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а мяукать не хотят. Вы узнали эти строчки? А у нас есть новый дом, а у вас? А у нас река течет, вот. А из нашего окна площадь новая видна, а из вашего окошка только улицы немножко. Мы гуляли по Чикаго, заходили в шоп Дисней. Нам купили белый-белый шоколадный Milky Way. А у нас камин погас, это раз. Но в запасе есть трава, это два. А у моей подружки Веры папа с дедом офицеры. А мой папа программист, он танцует классно, то есть. А мой папа самый сильный, водит он огромный трак. Вот так. Мой умеет все, друзья. Честно говорю, во мне он починит стол и фен. Настоящий хэндимен. Мой талант не растерял. Он придумал агрегат без метлы и без лопат. Нажимает под на пультик, и мы смотрим новый мультик. А важнее скажу про папу, чтобы папа был богатым. Ведь без денег жить нелепо, денег нужно два прицепа. А мой папа инженер, хобби любит после дела. И теперь у нас подружки всюду новые игрушки. Папа бизнесмен у нас, на работе всякий час. Его не видела давно, у него забот по мне. Я могу с тобой поспорить, это горечко, не горе. Папы разные нужны, папы всякие важны. Стало тихо-тихо-тихо, во дворе не спорят тихо. Может, чуть добрый папа и исправит все на свете. А давайте крикнем хором, праздник папа с год устроим. Чтоб могли они в разгод отдохнуть от всех забот. Дело было вечером, спорить было не о чем.